Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Пласкун. И сегодня я решил рассказать про пилота Кейт О'Доннелл в игре War Robots. И в этом событии я решил рассказать подробно про каждую новинку. Я уже делал ролики про робота Марс, про пушки Фейнтер, про корабль Frozen Scorn, и теперь вот пришло время поговорить про нового пилота. И на самом деле вопрос о том, хорош ли пилот Кейт О'Доннелл, довольно актуальный, так как он регулярно выпадает из особых поставок, и с каждым днем все больше людей думают о том, стоит ли его ставить на робота или нет. И вопрос этот появляется в большей мере из-за способности пилота. Все-таки мы уже привыкли, что часто благодаря пилоту робот становится в разы сильнее. Так, например, вместе с пилотом Святогор Белов, робот Фафнир начинает игнорировать все энергетические щиты, и в итоге пользы в бою от робота становится в разы больше. Но вот у Кейт ситуация немного другая. Ее способность не является какой-то имбой, и суть способности заключается в том, что робот начинает наносить повышенный на 8% урон по обездвиженным роботам противника. И становится понятно, что способность сама по себе средненькая, потому как 8% это не так уж и много. И лично я тоже так думал, когда впервые увидел этого пилота. Но мое мнение довольно сильно изменилось, когда я поставил Кейт на своего робота и отправился в реальный бой. Сразу скажу, что пилот я тестировал на двух сборках. А именно на Марсе с фейнтерами и на бегемоте с пушками Панчер. Предлагаю начать с первой комбинации, и я уже говорил в своих видео, что мне новые пушки очень сильно зашли. Они наносят по 4000 единиц урона за попадание, и три таких пушки позволяют очень здорово разбирать вражеских роботов. Так вот, допустим, я наношу с трех пушек по 12000 урона за каждое попадание. Если противник будет застанен, то тогда активируется способность пилота, и я буду наносить на примерно 1000 единиц урона больше. Учитывая скорострельность пушек, то суммарный урон от пилота за всю обойму может вырасти в несколько десятков раз. Сколько точно будет нанесено суммарного урона за обойму, я посчитать не возьмусь, так как количество выстрелов там огромное, но зато на основе отыгранных боев могу смело сказать, что возрастание урона прям реально чувствуется. Противники и до этого быстро разбирались, а теперь так вообще. Особенно если поставить в активные модули Shieldbreaker, тогда их даже не спасет щит-абсорбер от дрона. Если же говорить про бегемота на панчерах, то там ситуация обстоит еще лучше. Суммарно за обойму 4 пушки сносят примерно 400 тысяч прочности, и если при этом противник находился под эффектом локдаун, то прибавка к урону от пилота составит 32 тысячи единиц. И кто бы что ни говорил, а это очень солидная прибавка к урону. Поэтому если подводить некоторые итоги, то я могу смело сказать, что пилот вполне неплохой. Конечно, есть масса других пилотов, способность которых будет в разы сильнее. Но стоит понимать, что все они предназначены для каких-то конкретных роботов, в то время как Кейт О'Доннелл можно поставить на абсолютно любого робота. Поэтому пилот также хорош своей универсальностью. Ну и в принципе, друзья, это все, про что я хотел сегодня вам рассказать. Всем большое спасибо за просмотр, и если вам понравилось данное видео, то не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Также обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу нового пилота. Мне будет интересно почитать ваши комментарии, а также узнать ваше мнение. Ну а с вами, как всегда, был я, Пласкун. Всем удачи, всем пока!